Хорошо, друзья. Приятели. Я вас приветствую. Приветствуем ви. Я думаю, что этот семинар принес очень много полезного. Мисля, че в този семинар можете да придобите много полезные неща. И скажу вам, что на самом деле это есть наша жизнь. Искам да и кажа, че това е всъщност наша живот. Вы должны понимать очень важную концепцию. Трябва да разберете една много важна концепция. Нового завета. На новия завет. Что пророчество об излиянии Духа Святого уже произошло. Че пророчеството за изливане на Святия Дух вече е факт, то есть исполнено вече. И Дух Святой уже у вас. И вече Святия Дух обитава в вас. И это то, что Бог, это часть Бога, которую Он совершил. И това е божествената част в Неговия план, това, което Той трябваше да направи. И пророчество было о том, что в наших сердцах будет написано желание Бога. И пророчество беше за това, че в нашите сърца вече там ще бъде написано желанието на Бог. Но у нас еще остается наш разум. Обаче остава и нашия ум. И если так посмотрим в общем, и така, ако погледнем общата картина, то все, что написано, обращено к нашему разуму. Всичко, което виждаме в Словото, е за да може да влияе на нашия ум. И оно открывает нам произошедший факт. То не открива Словото вече съществуващите неща като факти, что Иисус умер и воскрес, че Иисус умря и възкръсна, вина за грехи уже забрана у нас, че вината за греховете вече е иззета от нас, грехи забраны, греховете самите са иззети от нас, болезни забраны, болестите и проклятия забраны, и това число е проклятията. И Писание говорит, и Словото Божие ни казва, что Бог избавил нас уже от тьмы, че Бог вече ни принеси от царство на тъмнината, или че на избави от тъмнината. И ввел нас и ни въведе царство, в царството Иисуса Христа, на Иисус Христос. Амин. Амин. Сейчас место вам это скажу. Сега ще ви кажа и къде е написано това място. Колосяни 1 глава 12 стих. Да, все правильно. 1 глава. В общем, Колосянам очень интересно, Ефесянам, Колосянам. Колосяни и Ефесяни са много важни книги. Там очень много сказано. Много неща са наказани там. Об обновлении разума. За обновяването на ума. И о том факте, что мы уже пребываем в Иисусе Христе. И за този факт, че ние вече пребиваваме в Иисус Христос. Мы уже в Царстве Небесном. Ние вече се намираме в Божието Царство. Теперь нам нужно перенести. Сега ние трябва да го принесем. Наше ожидание. Да принесем нашето очакване. О том, что Бог что-то будет совершать. За това, че Бог нещо ще извърши. Внутри нас. Вътре в нас да го принесем что, това. На самом деле уже все произошло. И трябва да разберем, че всъщност вече всичко е изпълнено. Чтобы это проявлялось. За да може това нещо, Божие царство да се проявява, вече всичко необходимо е изпълнено. И чтобы это проявилось. И за да може Божие царство да се прояви. Нам нужна концентрация внимания. На нас не е необходима концентрация на нашето внимание. Римлянам 8 глава 6 стих. Римляни 8:6. Это помышление, духовная суть жизни. Че мисли духовни, този, който мисли за духовните неща, приводят к жизни. Духовното мислене води към живот. Вот так вот современная русская Библия сказана. Съвременния руски превод звучи така. Разум, который управляется духом. Ума, който се управлява от духа, он приводит к жизни. Води към живот. То есть открывает жизнь. То есть той открыва, раскрыва живота. И что значит управляется духом? Какво означава да бъде управляван от духа? Это движимой позицией. Това е означава да бъдеш движен от дадена позиция. Съществующим фактом. На позиция, която говори за това, че съществуват нещата, вече са факт. В том, что ты уже в Царстве Божьем. И на първо място, че ти си в Царство Божие. И ты должен концентрировать свое внимание. И ти трябва да концентрираш вниманието си. Друзья, есть две позиции. Приятели, има две позиции. Рассеянное внимание и концентрированное внимание. Или си с рассеяно, рассеяно ти е вниманието, или си концентриран. Както светлината може да бъде дифузна, рассеяна, когато е облачно време, и може да бъде както сега виждате, и това е концентрирана. Виждате лъча как се вижда. Тоест концентрирана светлина. Многие даже я уже не говорю за неверующих, верующие. Много невярващи. Вярващи, извинявам се. Много верующих. Много вярващи. Которые уже пришли к выводу, что Бог есть. Които са стигнали до извода, че Бог съществува. Но из-за того, что у них рассеянное внимание. Но поради това, че те имат рассеяно внимание. То есть их ожидание на проявление Царства Божия. То есть тяхното очакване за проявяване на Божието Царство.
Оно переносится на неопределенный период. То сопринася там някъде в бъдещето на неопределено време и място. Что что-то должно произойти и потом это появится. Че нещо някога трябва да се случи и след това ще го видим. И поэтому они разочаровываются. И поради това те живеят постоянно в разочарование. Потому что так Бог не делает. Защото Бог не работи по този начин. И мы читаем в Библии, как Бог делает. И виждаме в Библията как Бог работи. Он раскрывает нам существующий факт. Той ни разкрива нещо, че е съществуващо като факт. Что Царство Божие приблизилось. Например, че Царство Божие вече се е приближило. Мы входим в Него через крещение. Ние влизаме в Него чрез кръщение. И обновляем свой разум. И обновяваме ума си. То есть мы переводим свои мысли. То есть ние синхронизираме нашите мисли. Из старого формата. И ги прехвърляме или ги променяме от стария начин на мислене. В новую форму. В нов начин на мислене. Существующего факта. И това е начин на мислене на съществуващите неща. Что Бог уже живет в тебе. Че Бог живее в нас. Ты в Царстве Божьем. Ты си в Божието царство. Это сверхъестественная территория Бога. И че това е свърхъестествена територия на Бог. Которая будет действовать сверхъестественно. Която ще действа свърхъестествено. Она будет выше закона в земле. Тя ще превъзхожда закона на земните неща. И законите на земята. И чтобы это начало работать. И за да може това да работи. Мы должны синхронизировать свои мысли. Ние трябва да синхронизираме нашите мисли. В тот режим, как работает Царство Божие. В режима, в който работи Божието царство. Синхронизация происходит посредством. Синхронизацията се случва посредством. Привязывать свои мысли. Приравняние на нашите мисли или привързване на нашите мисли. Существующему факту. Към съществуващ факт. Уверенность невидима. Уверенност в невидимото. Говорить на несуществующее, как существующее. Да говориш на несъществуващото, като на съществуващо. Вернее, правильно сказать, говорить на невидимое, как существующее. По-точно е казано да говорим на невидимото, като че ли все едно то съществува вече. Оно существует. А то реално съществува. Мы его не видим. Просто с физическите очи не го виждаме. Ученые квантовой физики обнаружили. Учените, които се занимават с квантова физика, са открили, что существует с нами мир. Че около нас съществува свят, измерение. Который мы не видим. Което ние не можем да уловим с физическите очи. Но там частицы очень быстро двигаются. Там частицы се движат с много голяма скорост. И, ну, они объяснили это привидение, ну, почему появляется. Те имат някакви свои теории. Ну, мы знаем, что это не привидение, че, но... Че това са един вид видения, миражи, но това знаем, че не е така. Ну, они объясняют так паранормальное. Просто им търсят начин, по който да обяснят паранормалните неща, есть... които са факт. То есть духовный мир. То есть духовный свят. И там очень быстро движется материя. И там материя движет много бързо. И наш глаз не успевает это улавливать. И наш око не может го улови това. Но он существует. Обаче то е факт съществува. И Библия учит нас. Библията ни казва. Что мы способны оперировать в этом мире. Че ние сме способни да работим, да оперираме в този невидим свят. Посредством. Посредством. Духа Божьего. Божия дух. И знания. Знанието. И желание. И желанието. Поэтому можно так и записать. И така можете да си запишете в вашите записки. Вяра е равно. Мы говорим слово вера. Казваме, че думата вяра. Это есть то, что ожидает от нас Бог. Е това, което очаква от нас Бог. Ну, мы рисовали мост. Помните моста, който рисуваме. Проявление Царство Божие. То есть проявяването на Божието царство. Духовная вера. Духовната вяра. Не душевная. А не душевната. А духовная. А духовната. Равно. Это мы говорим о Боге как о принятом Его решении. Като имаме предвид Бог и по-скоро решенията, които Той вече е взел. И Дух Святой, который пришел на землю. Заедно с Святия Дух, който вече е на земята. Плюс знание. И мы говорим, что знание. И казахме, че знанието. Это есть Слово Божие, которое нам дано. И Божието Слово, информацията, която имаме. Чтобы мы слышали вера от слышания. Не знаем, че вярата е от слушания. От слышания Слова Божьего. На Божието Слово. И мы получаем знания. А знанието? И получаваме знания. Друзья, это знание оказывает влияние на наше мышление. Това знание оказва влияние веднага на нашите мисли. Мы не представляем себе Бога. Ние не можем да си представим Бог. Если бы у нас не было знаний. Ако ние нямахме знания. У каждого был бы свой Бог. Всеки ще да си има свой собствен Бог. Ну, то есть собственное воображение. То есть собствен въображаем Бог.
И мы бы не видели никаких результатов. И нямаше да виждаме нужните резултати. Но Бог дал нам знание. Обаче Бог ни даде знание. Чтобы наше, в том числе воображение. За да може нашето разбиране включуваме и въображението. Было подчинено. Да бъде подчинено. Тому знание, которое Бог дал нам. На знанието, което Бог вече ни е дал. Потому что когда вся наша внутренность. Защото когато цялата наша вътрешност. Наши мысли. Нашите мисли. Они синхронизуются с знанием. Са синхронизирани с правилните знания. То тогда Бог начнет проявление. Тогава Бог започва да се проявява. Так задумал Бог. Так как той го е замислил. И чтобы это все начало работать. И за да може всичко това да работи. Плюс. Еще плюс. Добавим и тук плюс. Тук плюс. Така. Это жажда, желание, посвящение. Жажда, стремление. Желание. Желание, да. Сильное желание. Что-то жажда. Сильное желание. Не, много красиво. Значит, понятно, плюс да? Желание, което да е силно, също което означава избор и посвящение. Мы в этом семинаре мы получили знание. Сега, тук не получихме знания. О том, что Бог живет в нас. Че Бог живее в нас. И Он пришел для того, чтобы действовать через и нас. И Той дойде, за да може да действа через нас. Но у нас еще есть старые мысли. Обаче имаме стар начин на мислене все още. И эти мысли они могут создать противовес. И тези мысли могут да создадат противовес в нас да. Самите, то есть да се получи противоречие, сблъсък. Они так работает наше сознание. Така работи нашето съзнание. То к чему ты привык, то и будет все время диктовать тебе условия. Това, към което ти свикнеш, това ще диктува по-нататък и твоите действия. Да. Оно будет тебя всегда заставлять, давай, как ты привык. И винаги ти ще се опитваш да правиш това, към което ти си свикнал, имаш навик. Ну, вот маленький пример. Един такъв пример, за да разберете. Вы стоите и говорите, Господи. Стоите и казвате, Господи. Исцели, пожалуйста. Моля ти, исцели. Мы ходатайствуем за кого-то. Ние сме ходатайствам сега за еди кой си. Исцели кого-то. Моля ти, исцели еди кой си. Пожалуйста, исцели. Моля ти, исцели го. И мы плачем. И плачем заедно. Пожалуйста, ты же хороший Бог. Моля ти, ти нали си добър Бог. Этот человек такой хороший. А този човек и той е много добър. Ну, пожалуйста. И те молим. Ну, пожалуйста. Много те молим. И этот стиль. Этот стиль. Този стил нас. Не сынов Божих. Не на Божиите синове. Мы нигде не видим, чтобы Иисус так делал. Никъде не виждаме Иисус да го е правил това. Мы не видим, чтобы апостолы, ученики Иисуса так делали. Не сме виждали нито апостолите, нито учениците това да го правят. Вообще никто так не делал. Изобщо никой не го е правил. И християни первое время так и жили. И християните от първи век са живели по този начин. Но мы знаем историю, что Дух Божий был угашен. Обаче знаем, че в крайна сметка Святия Дух се угаси. И люди потеряли откровение о сынах Божьих. И хората загубиха откровението за Божиите синове. И вернулись в мышление грешника. И се върнаха в старото мислене на грешници. В ветхого человека. В старозаветно, то есть стария човек. И поэтому их молитвы были как грешник. И затова и техните молитви вече станаха такива. Недостойны. Като че ли са недостойни тези хора. Но Новый Завет нам открывает новую. Обаче Новия Завет ни открива съвсем друго нещо. Мы говорили, что Иисус первенец, а мы последующие. Ние казваме за това, че Иисус е началника, той е първенеца, это а значит, ние сме следващите след него. Это значит, что в Новом Завете действует эра сынов Божих. Това означава, че в Новия Завет действа ерата на Божиите синове. Царство Божие пришло. Божието царство дойде. Оно дано нам наследие. То ни е дадено като наследство. То есть мы стали собственниками. То есть ние сме вече собственици. Царство небесного. На Божието царство. И Бог ожидает. И Бог очаква. Что мы возьмем форму управления. Ние да вземем формата на управление. Царством Божьим. На Божието царство. Утверждая его на земле. И ние да го утвърждаваме на земята. Побеждая царство тьмы. Като побеждаваме царство на тъмнината. Это очень похоже на Бытие 1.26. Много прилича всичко това на Битие 1.26. Когда Бог запланировал человека. Където Бог планира така човека. Он сказал, создам его по своему же подобию. Той каза, че ще го създаде по негово подобие. И да будет он владычествовать. И той да господства. Вы знаете слово владычествование? Думата владычество или господство. Означает абсолютная власть. Означава абсолютна власт. Абсолютная власть. Абсолютна власт. Здесь на земле. И то тук на земята. Но мы не на друг друга мы имеем абсолютную власть. Не власт един на друг между хората. А мы имеем власть над стихиями этого мира. А власт над стихиите, на които бушуват. И Псалме 113. В Псалм 114.
Псалм 114, на 24 стих. 24 стих. Кой най-бърз? Казано, що небо, небо Господу, небо Господу. Късно е. Казано е, че небето, небесата са небеса на Господа, а землю Он отдал. А земята Той е даде синам човека. На човешките синове. Човеку. На човека. Он отдал. Бог я даде. И Он хоче, чтобы человек реализовал. И Той иска човека да реализира ту же власть, същата власт, которая имеет сам Бог, която има самия Бог, над всей вселенной, над цялата вселена, но по тому же принципу, но по същия принцип, как Бог управляет всей вселенной, по същия начин, както Бог управлява цялата вселена, человек управлял землей, човек трябва да управлява сега пък земята. И мы знаем, что человек создан, чтобы добро, чтобы Божья любовь была. Ведь... И ние знаем, че Бог създаде човека, за да, и всичко, което създаде, беше добро. Бог создал гармоничный мир. Имаше хармоничен живот. И Он поставил человека. И Той постави човека. Чтобы Он поддерживал эту гармонию. Той да може да поддържа тази хармония. Во всех вещах вокруг. В абсолютно всички сфери около Него. Вот здесь вот. В своем сердце. С Негото сърце. В своей душе. Душа. И в отношении друг к другу. И по отношение с другите хора вътре. Это Божий план. Това е Божия план. И Он говорит, владычествуй. И Той казва сега, господствуй, господаруй. И даже когда человек согрешил. И когато човек сбърка. Бог не переставал говорить человеку. Бог не перестана да комуникира с човека. Владычествуй над грехом. Владычествуй над грехом. Той му каза, сега ти господствуй над греха. Владычествуй над плохими мыслями. Владей над греха. Владычествуй над болезнями. Над болестите. Над владычествуй, то есть быть выше этого. То есть, вопреки всему, быть над тези неща. Это происходит под третом того, что наш взгляд всегда прикован к Богу. И това става, когато ние гледаме винаги към Бог. И так получилось. И така се получи, всъщност. Что мы когда родились. Че когато ние се родихме. То наши родители не ходили в этом. Нашите родители не са ходили по този начин. Вот вы, родители, вы уже можете своих детей наставлять. И сега вие, обаче, като родители, може да наставлявате своите деца по правилния начин. Но больше, большинство из вас. Но повечето от нас тук. И я, мне приходило переучивать. И аз в това число се наложи тези неща да ги научаваме по правилния начин. И даже когда я открыл для себя Бога. И когато аз открив Бог за себе си. Мне приходилось переосмысливать. Аз трябваше да преосмислям. Божью истину. Божията истина. Поскольку у меня было впечатление, что Бог далеко. Защото бях с това впечатление, че Бог е някъде там далече. И мне пришлось переосмыслить, что Бог теперь живет во мне. И сега трябваше да преосмисля това факта, че Бог сега живее в мен. И Он говорит, дай мне свои уста, свои руки и ноги. И Той ми каза, дай ми твоите уста, твоите ръце, твоите крака. Это значит, что ты в своих мыслях. Това означава, че твоите мисли. Отдаёшь ему это всё. Даваш всичко в твоите мисли на Бог. И начинаешь действовать как Он. И започваш да вършиш нещата както Той ги върши. Действовать как Иисус Христос. Да действаш като Исус. И об этом нас учит Новый Завет. И за това ни учи Новия Завет. И наша задача. И сега нашата задача. Это победить в этом конфликте. Да победим в този конфликт. В нашем разуме. В нашия ум. Потому что наш ум будет там заставлять делать старые вещи. Защото нашия ум ще ни кара винаги да се връщаме към стария начин на живот. А Библия говорит обновить. А Библията ни казва, че трябва да го обновим. Помышляя горним. Като мислим за горното, а не о земном. А не за земното. Это Колосянам 3 глава. Колосяни 3 глава. 1 и 2 стих. 1 и 2 стих. И 3 стих. И 3. И 5 стих. И 5. Итак. И така. Итак, если вы воскресли со Христом. И така, ако вие сте съвъзкръснали с Христос. То ищите горнего, вышнего. Тогава търсете горното. Ищите. Вижте, търсете го. Вот это потление, это желание. Това се отнася за това. Сильное желание. Силно желание. Выбор ваш. Ваш избор. Ваше посвящение. Вашето посвящение. Это то, что тебе будешь инвестировать. Това е което ти ще инвестираш от себе си. Вот мы говорили, ты приехал туда инвестировать в ние это. Споменахме за това, че вие дойдохте тук и направихте инвестиция от живота си. Чтобы получить знания. За получите знания. Чтобы Бог, который живет в тебе. За да може Бог, който живее във вас. Проявлялся. Да се прояви. Аминь. Аминь. Второй стих. Вторият стих. О горнем помышляйте. Мислите за горното. То есть ваши мысли должны быть привязаны к небу. То есть ваши мысли должны быть насочены к небу. Измерение духа. Вързаны к небу. В измерение на духовное. Как происходит в духовном мире? Как се случват нещата в духовния свят? То есть это говорит о том. То есть говорит за това, че.
что ты должен смотреть. Треба да гледаш. На определенные вещи. На определенные неща. Не так, как ты раньше смотрел. Вече не по начин, който гледаше преди, со стария си начин на мисли. Допустим, вот эта проблема. Да речем, ето това е проблема. И мы по умолчанию, ну, то есть изначально. И не по подразбиране. Мы научены смотреть на него так. Гледаме на проблема по един начин. Ето и такъв. Мы пытаемся как-то ее решить. И се опитваме да го решим по някакъв. Но она выше нас. Обаче този проблем е по-голям от нас. И мы как будто рабы ее. И все едно, този проблем е над нас и ние все едно сме рабове, ние сме под него. И она диктует нам, что делать. И този проблем диктува начина, какво да правим. Но когда ты соединяешься со Словом, когато ти се соединяваш со Словото, ты соединяешься с Божьим Духом. Ти се соединяваш с Божия Дух. И ты станеш одним Духом с Ним. Ти ставаш един Дух с Него. Божественное состояние. И това е божествено състояние. То твоя реакция начинает меняться. То тогава твой начин на гледане на нещата се променя. И ти на эту проблему. И вече на този проблем не гледаш така отдолу. Начинаеш смотреть не через земную сферу. Не гледаш от земната сфера, отдолу. Не душевную сферу. Не от душевната сфера. А духовно. А от духовно. Тоест вот так вот. Тоест вече гледаш отгоре. И эта проблема уже вот так вот. И вече проблема е там долу. Ты уже смотришь через призму неба. Защото гледаш през призмата на небето. И ты уже смотришь вместо и говоришь, так это решимо. И си указваш, ми да, това е решено, може да се реши това. Пример, ну вот мы говорим болезни. Да речем за болезнь. И мы так приучены, что болезни делают нас рабами. И ние така се научихме, че болестите направят да бъдем рабове на тях. Но когда мы начинаем осознавать, что Иисус живет в нас. Но когато ви започвате да осъзнавате, че Иисус живее в нас. И Писание говорит, чтобы мы мыслили как Он. И Писанието казва, че ние трябва да мислим като Него. То наш взгляд на вещи меняется. То тогава начинът, по който ние гледаме на нещата, и мы се говорим, променя. Это решимо. И си казваме, това е решено, решимо и е. В нас есть Бог. В нас е Бог. Есть сила. Имаме нужната есть сила. Есть ресурсы. Имаме ресурса. И мы утверждаем это. И го утвърждаваме. Как на небе, здесь. Както на небето, така и на земята. И это вдруг начинает, и это начинает происходить. И това започва да става. И потому что так Бог решил. Защото Бог така е решил. Мне однажды очень понравился стих. Веднъж един стих много ми направи впечатление. Когда Иисус варил своим ученикам. Когато Иисус говореше на своите ученици. После того, когда он хлеба делил. След като разчупи хляба. И он говорил им. Той каза. Ибо не вразумились вы. Ибо не поняли вы. Не поняли, пиши так. Нима не разбрахте, да. Нима не разбрахте. Чудесами над хлебами. Че това става по за множането на хляба. За чудото за хляба. Иисус задавал им вопросы. Иисус им каза. Они отвечали. Той и те отговориха. Ну, как душевно, по-земному. Как изобщо... Как мы это сделаем? На подземна гледна точка това може да стане. Как мы это сделаем? Как мы это сделаем? Как така ще направим то и как ще направим това? Он говорит, разве вы не поняли? И той им каза, а нима не разбрахте? Как произошло чудо с хлебами? Как се случи чудото с хляба? В чем суть этого чуда? Същността на това чудо в какво е? В том, что вокруг нас. А именно, че около нас существует сверхъестественное измерение. Има свърхъестествено измерение. Которое способно делать вещи выше естественных. Което е способно да променя по виш начин естествените неща. И они пришли, чтобы помочь человеку. И те съществуват, за да са в помощ на човека. Поэтому он делил хлеба и на 10 тысяч хватило. Затова той раздели хляба и той стигна за 10 000 човека. И он их привязывал к такому типу мысли. Той се опитваше да им внуши този начин на мислене. И привязывал, и привязывал. И това го правеше постоянно. И мы знаем, что это произошло. И знаем, че в крайна сметка това стана. Ученики начали тоже так действовать. И учениците започнаха по същия начин да поперят и те. Да. Третий стих, Колосянам 3:3. Колосяни 3:3. Говорит, ибо вы умерли. Казва се, и понеже вие умряхте. И ваша жизнь уже сокрыта. И вашия живот е вече скрит. Уже со Христом. Вече скрит в Христос. И пятый стих. И пети стих. И так умертвите. И понеже това е така, умъртвете. Земные ваши желания. Земните си желания. Это, ну, вы должны понимать, это не то, что ты перестанешь кушать или... Трябва да разберете правилно, не става просто, че спрете да се храните физически. Но вы должны умертвить свою реакцию на происходящие события. Да умъртвите реакцията си на... События. При съществуващите събития на земята или тези, които се... Ну, факты, да. Как? Явления, да. Явленията, които се случват на земята. А это, в первую очередь, страх. На първо място? Страх. Страх. От страха уже все остальное.
А от страха вече произлизат всички останали работи. И там написано перечень. И там са изборени по-надолу, прочетете. Петър. Петър. Когда он писал послание? Когато той написа посланието. Это 2 Петра, 1 глава, 4 стих. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Он сказал, что нам даны обещания, обетования. Там се казва, че на нас са ни дани обещания вече. И благодаря ним. И благодаря на тези обещания. Мы стали причастни к Божьей природе. Ние станахме съпричастници с Божията природа или естество. Божия атмосфера действия. То есть Божията атмосфера на действие. Мы знаем, что когда тебе кто-то обещает. И ние знаем, че когато някой ти обещае нещо. И ты уверен в том, кто тебе это обещает. И ти си уверен в този човек. Това, което ти обещал. Твоя реакция меняется. Тогава твоята реакция вече се променя. И происходит как бы внутреннее расслабление. И се променя това вътрешно... Ну, расслабил все. Покой. Вътрешен спокойствие и мир започва да се появява. То есть ты уже не боишься. То есть ты вече не се страхуваш. Ты знаешь, что это уже произойдет. Ти знаешь, че това не може да не се случи. Это происходит как будто разогнало. Все едно си си разработил или както самолета излита думата. Все едно вече си набрал нужната скорост. И когда твои мысли привязаны к такому покою, это происходит. И когато твоите мысли са свързани в това състояние на покой, това се осъществява. Но Петър говорит. Но Петър казва. Что еще что-то должно произойти. Че още нещо трябва да се случи. Написано удалившись. Надо удалиться. Трябва да се отделиш. От господствующего в мире. От това, което господства в света. Мышление. Мисленето. Това, което господства в света мисле. Начин на мислене. Это мышление гниение. Това е мислене, което води до развала. Мышление смерти. На смърт. Похоти. На поход. Потому что это мысли, ограниченные земной сферой. Защото тези мисли са ограничени в земната сфера. Вот, земная сфера. Ето това е земната сфера. Вот, это земная сфера. Все, что в земле. Всичко, което е на земята. А это дух. Другото пространство на духа. И наши мысли должны быть деть, а не деть. Нашето мислене трябва да бъде в тази сфера, а не в тази сфера. Вот еще такой иллюстрация. Вот земля. Ето вот един начин да го разберете. Това е земята, облаците. Ну, это образно, облака. Все едно това са облаците. И вот мы. И тук сме ние. И это... Бог, ну Бог, это атмосфера духа. И наши мысли, они должны мысли, стать выше, чем мы привычли. Треба да преминат физическата сфера и да отидат в духовната. Чтобы смотреть на данную ситуацию. За да можете да виждате та ситуация, която се намира тука отгоре. Да, через дух. През духа. Но люди часто думают вот так вот. Обаче хората много често мислят така. И эта проблема не решается. И тот проблем не может быть решен. И это даже и тут это религия. То в сущности религия. Которая отделила человека от Бога. Която отделя човека от Бога. Но мы должны смотреть вот так. Вообще не трябва да гледаме по този начин. Потому что Бог живет в нас. Защото Бог обитава в нас. Для этого нужно нам удалиться. Затова не трябва да се разграничим, да се отделим. И вот это есть сильное желание. И в това способствува нашето силно желание. Это то, что говорили вот о обновлении разума. Това, което говорихме за обновяването на ума. Как вы обновляете ум? Как да обновяваме ума си? Вы оставляете старые мысли. Вие оставяте старите си мисли. Привязываете новые мысли. И ги привързвате към новия начин. И чрез практика. И практикуйте. Чрез практика. И мы видим, что в этот момент меняется мысль. И виждаме, че когато и практикуваме, и се извършва обновяване на ума. И твои мысли начинают работать как в измерение Царства Божие. И вашите мисли започват да работят в измерението на Божието Царство. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. 2 Петрово, 1 глава, 5 стих. То вы прилагая к всему старание. И така, постарайте се по всякакъв начин. Покажите в вере вашей добродетель. Като показвате чрез вашата вяра, вашите добродетели. И там дальше много написано. Братолюбие, любовь. И там са изборени добродетелите. Братолюбие, любов. И в 11 стихе. И в 11 стих. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. Защото по този начин ще се отвори свободния вход към вечното Божие царство. А в 9 стихе написано. А в 9 стих пише. А кто так не живет? А който не живеет по този начин? Тот как бы ослеп.
Той е като един, все едно сляп човек. Но слепой. Сляп човек. Тоест, он не видит очевидных вещей. Тоест, той не може да види очевидността на нещата. Это похоже, знаете, как вот ты закрил там себе глаза. Това изглежда все едно, ти си затворил очите. И говориш, я никого не вижу. И си казваш, аз никой не виждам. Значит, вас нету. И значи, вас ва няма. Ну, это же не так. Но това не е така, нали? Да. Вы есть. Тука сте. Это ты просто не видишь. Просто ти не виждаш. Ты сознательно закрил свои глаза. Ти сознателно затваряш своите очи да не виждаш. Ты не прилагаешь желание и усилия. Не прилагаешь желание и усилия. И там написано, что ты забыл. И там пише, че ти си забравил. Что ты уже очищен от грехов. Че ти вече си очистен от греховете вече. Мы говорим, что наша жизнь, мы не боремся с грехами. И ние казваме, че в нашия живот ние не трябва да го прикарваме в борба с греховете. Мы открываем Царство Божие. Ние откриваме Божието Царство. И наш разум переходит в другое измерение мысли. И нашия разум се прехвърля в друго измерение на мислене изобщо. И то старое просто уходит от нас. А старото естествено просто го няма. А новое увлекает нас. А новото на увлича повече и повече. И мы не боремся, ой, не хочу делать. И ние не сме в той състояние да казваме, аз не искам той да правя, не искам бориш, постоянно се бориш. Ты хочешь входить в Царство Божие. Ти искайки да влизаш повече в Царство Божие. Да освобождать, исцелять людей. Да освобождаваш, да исцеляваш хората. Видеть чудеса. Да виждаш чудеса. Проявление Царства Божие. Да видишь, как Царство проявляется. И твои проблемы будут решаться. Тогда и твои проблемы се решат. Потому что я как рассказывал, мост появляется. Защото както и как този мост вече е създаден. Смотрите внимательно. Вижте сега внимателно. Ты не получаешь награду. Ты не получаешь награда. За то, что ты исцеляешь больных людей. За то, что исцеляешь хора. Ты не получаешь награду за твою веру. Ты не получаешь награду за вярата. Но если говорить о награде. И за что, ако говорим за награда. То ты ее получишь уже, когда уже уйдешь буквально туда. Ти за что получаешь туда, когато си там вече. Но деть мы не получаем награду. Тука ние не получаваме награда. Это наша привилегия. Това е нашата привилегия. Это наше преимущество. Това е нашето предимство. Это уже принадлежит нам. Че вече това ни принадлежи. И все финансы, обеспечения, это уже тебе принадлежит. Финансы, обеспечения, то те вече ви принадлежат. Тебе не надо этого заслуживать. Не е вопрос да го заслужите. Даже если ты вообще служить не будешь. Даже изобщо да не служишь на нито един човек. Это уже тебе все равно принадлежит. Все едно то ти принадлежи. И ты уже можешь этим пользоваться. И ти можешь да го ползваш. Но вопрос в другом. Но вопрос е в совсем другом. Для того, чтобы их взять. За да го вземеш. Должен быть мост веры. Трябва да има мост на вяра. Убеждение. Убеденост. А это не просто, это не... не просто визуализация. То не става с просто само визуализирование. Как вот некоторые учат. Как-то някои учения казват. Представь себе. Представите си сега. Что миллион долларов. Че имаш 1 000 000 долара. Он льется на тебя как душа. И те се изливат като един дъжд от небето. И ты просыпаешься утром. И ти се събуждаш рано сутрин. И везде банкноты лежат. И на всякъде банкноти около тебя. И ты в них плаваешь. И ти плуваш в пари. Нет, друзья, это просто сказка, вымысел. Това е някоя измишлетина, всъщност. И я говорю, представляете, это будет. Аз ви казвам, че представяйки си, че, когато ну, казвам, че ще бъде. Представляйте, което... это будет. Представляйте. Представяйте си го, и это будет. И то ще бъде. Да. Но вообще-то это так. Изобщо това така става, всъщност. Ну, да. Но чтобы это действительно произошло, за да може това действително да се случи, должно быть что-то большее. Трябва да има нещо повече от това. Чем просто твои мечты и представления. Не само твоите мечти и представи. Твой мозг должен войти в определенную частоту действия. Твой мозък трябва да влезе в определен синхрон, частота на действие. А это происходит посредством практики действия. А това се случва чрез практически действия. Служение людям. Служение към хората. Когда то, что мы получили знания, тогава, когато това знание, което ти си научил, они указывают на Бога. И те са в синхрон с Бог. И он начинает проявляться. И той започва да се проявява. Когда? Кога? Когда ты идешь служить людям. Когато приложиш тези знания в служение към хората. Когда ты начинаешь выполнять их нужды. Когато започваш да попълваш техните когда нужды. Когда ты даешь да изпълняваш техните там, нужды. Деньги, ну, кормиш кого-то. Даваш им пари, храниш ги. И ты обнаруживаешь, и ты разбираешь, что у тебя больше возможностей оказывается. Что ты вече имаешь больше возможностей. Даже появляется иногда. И дори даже тогда могут се появиться. Ты вдруг обнаруживаешь. Сверхъестественно. И ты открываешь. Сила у тебя безгранична. Что твоя сила безгранична. И возможности. И возможности са такива. Что ты уже богат. Что ты вече си богат. На всякое доброе дело. За всяко добро дело. Это уже существующий факт. То вече съществува. И вот наш разум. И сега нашия ум. Он входит в эту частоту. Той влиза в тази правилна частота. Которую невозможно просто медитацией достигнуть. Което не можеш да достигнеш просто с медитация.
А он поможет только во время практики служения людям. А когда ты прилагаешь знанието си и, към хората? Когда ты исполняешься Духом Святым? Когда ты исполняешь Святия Дух? Что такое исполнение Духом Какво Святым? Какво означает, да быть исполнен со Святым? Это не дождик, который тебя льется сверху. Това не е дъжд, който се спуска от небето. Это родник, который бьет и ключом тебя. Това е извора, който извира от тебе и пълно. Он уже в тебе. Той е вече в теб. Это возбуждение. Това е възбуда. Сильное возбуждение. Силно вот как възбуда. Сейчас. Както сега. Я чувствую, как я возбужден. И както сега аз съм изпълнен и чувствам, че съм изпълнен. И мой ум быстро работает. И сега мой ум започва да работи в друга чистота. И я в этот момент могу видеть ангелов. И аз мога да виждам вече ангели. Бесов, духовный мир. Духовния свят, демони. Видения. Видения. Картины, пророчества. Картини, пророчества. Словознание. Словознание. Внутренние органы, что они там происходят. Вътрешните органи, какво се случва. Как происходит исцеление. Как се случва исцелението. Вот, я начинаю видеть невидимое. Почвам да виждам невидимо. Во внутреннем возбуждении. Через вътрешното и мои уста облекаются в силу. И моите думи се обличат с сила. И когда я иду это и делаю. И когда отивам и го правя това. То я знаю четко. То тогава знам със сигурност. Что небеса за мною. Че небесата са зад мене. И все, что в них, это мое. И всичко, което е там, е мое. Чтобы я был успешен во всех действиях. За да бъда успешен във всяка дейност. Что мне нужно? Какво ми трябва? Деньги, сила, обеспечение, обеспечаване, правильные ситуации, правилни открытые двери. Ситуации, отваряне на врати. Все это во мне. Всичко, все это со мной. Мен. Той е с мен. И я иду смело туда. И аз отивам смело. И я вижу проявление. И аз вече виждам проявяване. Вот как ты войдешь. Ето как ти ще влезеш. В Божий покой. В Божия покой. Аминь. 1 Коринфянам, 1 глава 7 стих. 1 Коринфяни, 1 глава 7 стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Така че като нямате недостатък на всичко, което ви е дадено. Никакого недостатка. Нямате никакъв недостатък. Во всем даровании. Во всичко, което ви е дадено. Это уже существует тебе. Това вече съществува в тебе. Да, будет явление пришествия Христа. Да, ще стане това, че ще се яви Исус Той. Буквальное появление. Той буквално ще се яви. И до этого времени наша задача собрать урожай. И до това време нашата задача е да съберем урожай, жетвата. Душ, да. Потень, да. Урожая, урожая. И это первое, это желание самого Бога. И това е желанието на самия Бог. Иногда люди говорят: Бог, дай мне силу. И хората казват: дай ми сила. Я хочу исцелять больных. Искам да исцелявам больных. Ну, пожалуйста, дай мне силу. Моля те, дай ми сила. А выглядит наоборот. Обаче, всъщност, всичко изглежда наобратно. Бог говорит: пожалуйста. Бог казва: моля те. Иди подлагай руки. Утиди возложи ръце. Иди, я хочу, чтобы они были здоровы. Искам те да бъдат здрави. Иди подлагай руки. Возлагай ръце. А мы думаем, что нет, это Бог вот не дает силу. Бог не дал возможность. Той вече не го е дал. И тебе нужно просто войти в это действие. Сега трябва да влезеш в това нещо. Царство небесное проявляется в динамике. Царството небесно се проявява в действие, в динамика. Динамики. Динамика. И тогда ты будешь видеть все. И тогава ти ще видиш всичко. И даже исцеление своего тела. Дори исцеление на собственото си тяло. Вот я хочу добавить к тому, что вот брат свидетельствовал. Това, което брат Иво, той го свидетелства, да? Как он получил исцеление? Как той получи с борба исцеление? Супер, слава Богу. Слава на Господа за него. Но я вам хочу еще в нем показать. Нечто, нет. Още нечто искам да кажа към това. Я скажу, что не все люди... способен так концентрировать внимание. Не всеки човек е способен да се концентрира така, както той е успял да го направи. У кого-то получится, у кого-то нет. Всеки има способността, но не всеки ще успее, и някой може да успее, някой да не успее. Кто-то настолько уже захвачен. Някой до такава степен е задръстен. Этой болезни, что трудно разобраться. От тази болест, че той это возможно, да. Не може да си представи, че е възможно. Но вот как это было у меня. Както при мен беше. У меня однажды так получилось. Така се случи в мой случай. Меня придавила машина. Ну, чуть-чуть, машина. Автомобиль, да. Не удар, а давил. Задом давал. Назад една кола. А я не видел. Аз не я видях. И я стоял, вот моя машина. Я стоях до моята кола. И кто-то давал задом. А, и го сплескват. А я вот так смотрел, и меня вот так и прижало. Значи между две коли, едната върви назад, то е ну, между... Ну, мы топ-топ. Го сплескват. Я почувствовал сильную боль. Я сказал: спри, обаче вече беше късно. И там выбежали, и я такой: во имя Иисуса, выйди. Излязоха хората, как в името на Иисус, излез вън. И все, отлично. И всичко се поправи. Что он говорит? Да, те се чуят, какво стана, аз към няма нищо, всичко е нормално. И слава Богу. Но потом дальше. Обаче по-нататък.
Я понял, что что-то все-таки произошло. Разбрав, что не сверши историята така. И я не знаю вообще всех этих глубоких причин. Не знам всички тези дълбоки причини. У меня очень сильная боль была. Но в крайна сметка получих много силна болка. Как будто кость за кость вышла. Все едно куста са беше извадил. И такое предположение, что там трещина была. Най-вероятно и се имало щупване и пукната кост. Да, и я ходил вот так вот. Ну, вот так хромал. Ходих като куцах. А я служу людям. А в същото време аз си служа на хората. И если я вот так приседал, и ако аз така клекнал, я уже, ну, вот так вот, особенно когда я молюсь за ноги, когато се моля за крака, я уже так не мог встать. Вече направили такова движение, не мога да стана. Вот так вот, вот так разогнуться. Трябваше така наляво надясно, за да се изправя. И это была проблема. И това беше проблема. И я молился за нее. Молих се. Я приказывал. Заповядах. Я визуализировал. Визуализирах. Но все равно проблема оставалась. Баш все едно не можа да получи. И я понял, что моему разуму не хватает трамплина. Разбрах, че в мой ум липсва този отскок, който трябва да направя. Ну вот что-то надо было еще мощный толчок. Трябваше още един по-голям тласък да стане. И я принял для тебя позицию. И взех тази позиция. Когда я пойду служить людям. Че когато отида при хората. Из меня будет выходить сила Божия. И реших, че Божията сила, когато тече от мен. Она не выходит из тела. Тя просто не излиза само от тялото. Она выходит из твоего духа. А тя не излиза от тялото, а излиза от духа. И когда она переходит в тело, и когато тя преминава през тялото, она делает сначала круг по моему телу. И аз реших, че тази сила ще направи първо кръг. А потом выходит другого един человека. Един кръг в мой, ще циркулира в моето и тяло, я понял, что и тогава момент ще излиза. Я буду исцеляться. И аз така реших, че тази сила ще минава през моето тяло и, тя ще, и то ще изцелява също. Я, это помогло мне не фокусироваться на боли. Това, което помогна в случая, че аз вече не се фокусирам върху Бога. А на людях. А върху хората. И я служил. Аз им служа. Особено людям, которых у них тоже проблема. И особено, ако има, намеря хора с такъв проблем. И я говорю, бедро исцелись. И аз казвам, бедро исцелись. Нека Божия живот да тече, костите да се изравнят. И тем самым, и по същото когда време, я выговорил это слово, когато аз изговарях това слово, Божий выходил, Божий дух излизаше. Как волна. Като вълна, и это касалось и моего тела. Но то засягаше вече и моето лично тяло. И было одно время сложно. И имаше период на по-трудно. Но я принял решение. По-голяма трудност. Я буду идти служить людям. Но аз взех решение да не се отказвам да служа. У меня была такая ситуация. Имах такава ситуация. Я был в собрании. Бях в собрание. И была женщина. Имаше жена, която... У нее черные ноги были. С черни крака, в смисъл, че сосуди полностью, нямах изобщо кръвносни съдове. И ей должны были, наверное, ампутировать, не знаю. И трябваше да се ампутират, най-вероятно. Я опустился так на колено краката. И держал руки. Аз така застанах и освобождал жизнь. И освобождах живот. И люди начали кричать. И хората започнаха да крещят. Как чернота начала. И започнаха да снимат с телефоните как и чернотата. И прямо за одну минуту ноги за една минута изчезна. И все чудо, чудо. И всички казваха чудо, чудо. И я чудо, чудо. И аз казах чудо. А встать не могу. А сами аз не мога да стана. И думаю сам себе. Интересно, чудо происходит, а у меня чудо много не интерес происходит. Чудото става пред мене, пока самия стоя не мога да стана. И я думаю, буду очень, ну, мне не как некомфортно. Я си казах, то става малко неудобно, некомфортно. Я не хотел показать, что у меня есть проблема. Не иска да показвам пред хората да се съблазнят, че аз имам проблем. И мне надо было встать. Трябваше да стана. И я как-то придумал. И си измислих метод. Что я вот так и тебя исцелю. И вот так вот. И как-то вот так вот. И измислих някакъв начин да заисправяне. Да. И это была проблема моя. Това си беше мой проблем. Взял на себя позицию. Обаче аз взех тази позиция. Я буду действовать. Я ще действам. Я буду действовать. Ще действам. И я не буду думать об этом. Няма да мисля за това. И я говорю, дявол, ты меня не остановишь. Скажа, дявол, ти няма меня да ме спреш. Не остановит. Нищо няма да ме спреш. Вообще не буду об этом думать. Изобщо няма да мисля за това мои сега. Мои мысли будут прикованы к небу. Моите мисли ще бъдат заковани към небето. К Богу, который во мне. Към Бог, който е в мен. Которого я буду давать. Който аз ще раздавам. И я начал служить. Я започнах да служа. И вы знаете, все исчезло. И разбирате, всичко изчезна. Все, я могу все делать, все исчезло. Всичко мога да си правя, изчезна, просто все. Изчезна. Я даже не ходил проверять. То есть аз даже не ходих да проверявам. Мне жена говорит, иди там, вдруг у тебя там. Я говорю, что у меня вдруг? Просто ще сложа една скоба. Только что-то добавлю. Разликата между това, което Иво и той казва, е, всъщност те говорят за едно и също нещо. Само, че тук хитрото нещо е, че Божията сила, която е в човека, може да бъде увеличена, като ти служиш и едновременно не само да служиш на себе си, а служайки на другите, да се възползваш от това предимство и да получиш изцеление на себе си. Докато той, ако не е служил на други хора, той е трябвало да много по-трудно е, да тя пак Божията сила се освобождава чрез визуализиране, но става по-бавно, т.е. той казва, става много бавно. Докато той е ускорил нещата, чрез служение като генератора е работил и за него. Трамплина, да. Разбрахте ли?
Чтобы вы понимали, что возложение рук в основном для неверующих. За да разберем правильно, возложение рук за неверующих, към тях, А для верующих? А за верующих? И как такого мы не видим в Библии, чтобы мы делаем то, что мы делаем. Не видим то, что мы реально делаем постоянно. Это уже, знаете, как не, ну, уже от необходимости. Това се случва поради дефект, так да го кажа. Но я заметил, что Бог исцеление для своих детей проводит не вот так вот. Я сам заблязал, че Божието исцеление за свои деца се случва по различен начин. Потому что исцеление это не только тело возвращается. Защото исцелението не это е само, еще ум меняется. Не само тялото, то трябва да бъде засегнато и душата на человека. И твое исцеление может произойти, когда ты начнешь служить. И сега твоето исцеление, твоето лично исцеление, за това може да се случи и така, когато ти служиш, да се исцели твоята душа и тяло. Аминь. Хорошо, я быстро буду говорить. Добре, ще говоря много бързо. За 10 минути да мини през принципите, само да ги запишем за камерата, пък ви после ще ги чуете. Да, записывать не надо, если вы захотите, есть электронно это и можно это. Скажу вам еще, что вы получили начаток. Сега вие получихте начатъка. Есть большой материал, много материала. Материал е много по-голям. И это на сайте GGLM. Има Болгария, го, у него им, есть. Ни работим в това да бъде възпри... И вы можете продолжать учиться, да, брать у него материал. За което обаче ни трябва помощ, их очень много. И хора, които въвеждат текст на компютър, могат да приписват. И вам шум продолжит обновляться. Ако има такива хора, да се свържат с нас, да ни помагат, просто да набират текст, защото много работа има, не можем да се справим. И преводачи от английски, помагайте, свържете с нас, ще бъде полза за цялото тяло Христово. Галатам 5 глава, 1-1 стих. Първо Галатяни, 5 глава, 1 стих. Там като на... Галатяни, 5 глава, 1 стих. Читай. И така стоете в свободата, която съм ви дал в Христос, и не дейте влиза отново в робство. Вот. Вот и есть функция наша. Галатяни, глава 5, 1 стих. Мы должны твердо стоять в том, что мы узнали. Ние трябва твърдо да стоим в това, което вече сме разбрали. И не возвращаться обратно. И да не се връщаме обратно. Иногда будет сложно. Понякога ще бъде трудно. Но не возвращайся обратно. Но не се връщай обратно. Не меняй мышление. Без да си промениш мислене. Обновляй его, увеличивайся. Обновяй ума, увеличай. Разгоняйся в этом. Разпавайся. И ты увидишь победу. И ты увидишь победу. Аминь. Аминь. Хорошо, я быстренько. Много бързо. Иисус обращал... Давай, короче, давай так, наверное. Может, ты быстро прочитаешь. Добрый. Да, вот это, быстро, да. Это понимание власти? Да. Иисус обращал тебя грехом, ага, болезни одинаково. Он их изгонял. Добрый, это бързо ще ги приведа. Иисус обращаше към греха и към болестта по един и същи начин, той ги изгонваше. Давай быстро читай. Няма как да... Разбиране за вас, ключ към, към ходене с вяра из вас, Лука 10:19. Първо, Божията воля за нас се състои в това, че ние сме длъжни да очакваме и да получим Божественото изцеление всеки път, когато имаме нужда от Него. Втората точка. Да заповядваме, на нас ни е заповядано да изцеляваме болните. И за това не е нужно да получиш специално указание, помазание, насока, инструкция и т.н. Трето, всеки вярващ, който се явява наследник на цялата власт на небето и на земята, която му е необходимо и тя е, и той има, за да изцелява. Всеки вярва, четвърто, всички вярващи могат ефективно да изцеляват други, независимо от дар. Дали имат някакъв специален дар изцеление. Вярата не е нищо друго, освен да виждаме хората както той ги вижда и да се отнасяме с тях така, както той се отнася с тях. Причината да няма изцеление е това, че вярваме, че има причина. Амин. Бог иска да изцели нашите болести по същия начин, както иска да прости всички наши грехове. Всички болести, както и всички грехове. Учениците не ходатайстват за изцеление. Те заповядват на нечистия дух да напусне, да бъде изгонен. Исус изцеляваше всички, които искаха да бъдат изцелени, независимо от това колко вяра имат. Те имат ли изобщо вяра. Среди вас есть люди, которые получили исцеление. Сред вас има хора, които получиха исцеление.
Мы знаем место Писания, что написано, что устами свидетельствуем. Знаем, что с устата, с думите нашего свидетельства через кровь на Агнца побеждаем. Победили. Не ведь очень важно, чтобы вы свидетельствовали. Много е важно вида дать свидетельство. И я очень хочу попросить вас. И я искам много да, така искрено да помоля. Все люди. Всички хора. Которые увидели изменения в своем теле. Които са видяли изменения, очевидцы на изменения. Даже если это частично. Дори да е частично. Да чтобы вы подошли ко мне. Да дойте при мен. И засвидетельствовали. И да го засвидетельствовали. Это, подождите. Поднимите руки, кто... Дигните ръце тези, които... Кто получил исцеление или частично хотя бы. Или частично дори. Вот. Добре, чудесно. Хорошо, слава Богу, друзья. Слава Бог. Даже если у вас еще что-то продолжается, вы тоже исцелились. У вас рука, у этой женщины рука немела тоже. Даже так. Смотрите, друзья, исцеление, мы говорили, оно будет еще продолжаться. Исцеление тут не свыше сега, то, что вы видите во времени. И вы не должны от этого отказываться. Не треба се отказывать от него. Те люди, которые получили исцеление. Тези хора, които са получили исцеление. Или частичное исцеление. И дори частично. Мы делаем так, вы пойдете пообедайте. Но обядвайте се и заповядайте тук да го запишем. И потом мы встретимся в холле. А, в фойето на хотела. Лобито, в да. Лобито, да. Пожалуйста, не проигнорируйте. Моля ви, не го игнорируйте. И я сниму вот вместе переводчиком. С переводач ще направим бърз запис. Какво ви е било, какво е станало, какви точки. Это бърз. Очень важно. Для... Эти свидетельства будут смотреть... Тези свидетелства сотни тысяч людей. Се виждат от стотици хиляди в русско говорящия свят. Может кого-то исцелить. И ваши свидетелства помогат на други да получат исцеление. Аминь. Амин. Хорошо. И я одну минуту хотел бы вас благословить. Искам да благословя. Отец Небесный. Татко Небесен. Всемогущий Господь. Всемогущий Божий. Я благодарю тебя за царство, которое ты дал нам. Аз ти благодаря за царство, което ни дали. И ты его уже приблизил к нам. Ти вече го приближи към нас. И твое желание, чтобы мы научились. И твоето желание да се научим. Ходить верою в твоем царстве. Да ходим с вярой в твоето царство. И извлекать все преимущества твоего царства. И да извлечем всички предимства от твоето царство. Отец. Татко. Я благословляю. Аз благославям. Все эти руки. Всички тези ръце. Которые будут возлагать на больных. Които ще бъдат възложени на болни. И я благодарю тебя, отец. И аз ти благодаря, татко. Что через эти руки. Че через тези ръце. Будет течь твоя безграничная сила. Ще тече твоята безграничная сила. И исцеляя больных. И ще исцеляя болни. Воскрешая мертвых. Ще воскресява мъртви. И изгоняя дьявола. Ще изгонва дьявола. И проявляя царство Божие. И ще проявява царство на Бога. Я благословляю вас. И аз ги благословя. Именем Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. На дело служения. На дело на служение. Будьте благословенны. Бъдете благословенны. Будьте наполнены жизнью. Бъдете наполнены живот. Будьте успешны во всех действиях. Бъдете успешны во всичко. Будьте все восполнены во всех нуждах. Всички нужды да ви бъдат исполнены. Будьте обеспечены во всем. Бъдете обеспечены во всичко. Будьте наполнены радостью. Бъдете наполнены с радостью. Верою. С вера. Силою. С сила. И могуществом Бога. И могуществу на Бога. И да будет имя Бога проявляться через вас. И да бъде Божието имя проявено в ваше живот. И да прославится имя Иисуса Христа. И да се прослави Той. Через ваши жизни. Через вашите животи. Аминь. Амин. Аллилуйя.